Всем привет! Лада Веста СВ, то есть далеко-далеко не лям. Машина вот эта стоит в цвете такой хамелеон, да? Фантом 782 900 рублей. Это с доплаты уже за цвет. А в белом цвете вот такая машина будет стоить 770 900 рублей без всяких допов. Давайте смотреть, что же мы получим за эти деньги. Вот. И комплектация это у нас Comfort Winter. Итак, туманки имеются. Посредили ворота в зеркалах. Ну, рейлинги понятно. Антенна, акули и плавник. Вот такие же диски будут идти. Резина стоит Matador. Варка в передних пластик. Имеются брызговички. R16. Сзади барабаны, тормоза, так как у нас это двигатель 1.6. И здесь уже, видите, у задней арки фетр стоит. Совсем-совсем легкая тонировка. Давайте посмотрим багажник. Кнопка открытия багажника и подсветка номера. Смотрите, как крышка сама высоко задирается. Хорошо. Полностью она вся в пластике. Имеется две ручки. Здесь доступ к замку. Смотришь, здесь место для омывайки с лямкой. Прикрепили, все хорошо. Тут еще полочка такая, куча всяких этих креплений для сеток, подсветка имеется, здесь крючки, тут доступ к лампочкам, тут тоже у нас сетки можно прикрепить. Тут еще видите, как все, не было предпродажки, вот такая у нас еще здесь, видите, ниша, так все это дело работает, закрывается, хоп, все. Отлично, тоже здесь еще есть подсветка, еще имеется розетка. Вот так шторку мы вообще туда сложили. И, естественно, ее можно снять, если не нужно. Достаточно большой багажник, все продумано, все здоровски сделано. Так как это у нас Comfort Winter, здесь, видите, нет у нас органайзера. И здесь еще нет этих полочек сверху. Ну, второго пола. Ну, собственно, это все можно дозаказать уже самому в интернете. Все это есть. Так что, как-то так. Что мы имеем здесь? Домкрат, инструменты. И тут у нас запаска. 185-65R15. И вот, смотрите, у нас здесь все вот эти вот, имеется сетка. Потом вот эти вот колпачки. Ну и там у нас эти все остальные запчасти. То есть уже здесь вот сюда колпачки идут. Ну, в общем, как-то так. Соответственно, из-за того, что здесь вот этой полки нет и органайзера, то объем багажника, соответственно, он еще стал больше. Давайте закрывать. Так, все закрывается. Все. Грамотно, красиво. Слушаем. Что, давайте в салон. Напомню, что вот эта машина в цвете Фантом с комплектацией Comfort Winter. Вот эта машина стоит 782 900 рублей, вот какая она есть, без всяких допов. В белом цвете машина, вот такая машина будет стоить 770 900 рублей. Ну, понятно, что здесь все на бюджетном уровне. Все это стеклоподъемники, электро
регулировки зеркал, подбутыльник с нишкой, лифт сидения, угол наклона спинки. И тут у нас еще, видите, есть поясничный подпор. Сиденье уже отодвинул максимально назад. Присаживаемся. Вот такой у нас открывается вид. Довольно-таки хорошая изоляция, то есть как шумно было на улице, да, и как здесь. Динамик, еще снизу есть динамик. Как видите, у нас руль в коже, имеется подогрев руля, кнопочка. Руль по высоте. Нашел. Да, по высоте пульта регулируется. Все замечательно. Приборка. Радио. Аварийка. Подогрев лобового стекла имеется. Естественно, что заднего. Отключение ESP. Различные зоны обдува. Здесь у нас стоит кондиционер. Разъем USB и AUX. Такая вот еще розетка, полочка, подстаканники. И тут, видите, у нас стоит пятиступенчатая механика. Трехступенчатый подогрев сидений. Здесь что? Охлаждаемый, освещаемый бардачок. Подстаканник и так далее. Шумка имеется. Ну и что? По традиции здесь еще, видите, здесь имеется, пусть он тканевый, но имеется подлокотник. Хорошие боковые упоры, в общем-то, нормально. Ремни по высоте регулируются. Здесь есть микролифт. Ну и что? Вот тут у нас есть зеркало со шторкой. Все. Тут зеркало со шторкой тоже имеется. Очищенника у нас нет, равно как и ручки. Ну что, показать вам ключи. Хотя уже 100 раз показывал, все равно еще раз покажу. Мне, в общем-то, и не трудно. Видите, как у нас такие ключи. Открыть-закрыть, открытие багажника. Выкидушка. Ну, многие из вас пишут, что вот лучше взять вот такую машину. С движком 1.6. То есть он проверенный, надежный движок. Масло не жрет и так далее, и так далее. Соответственно, вот смотрите, да, еще раз повторюсь, вот эта машина стоит 782 900 вот в цвете Фантом, ну, то бишь Хамелеон, а в белом цвете вот эта машина Комфорт Винтер, она стоит 770 000. То есть, согласитесь, до миллиона еще далеко, далеко, далеко. Так, ну что, идемте назад. Что там предлагает. Потом уже мы с вами будем подытаживать и еще раз, что же здесь входит. Так вот удобно ехать, да, в общем-то нормально. Идемте назад. Шины, конечно, разбирает вообще. Позавчера 12 продали, сегодня, вчера 16, а сегодня уже почти 20 штук машины продали. Конечно, торговля у них поперла. Но видите, как ситуация меняется. Так, сели мы сами за собой. Раз, два, даже чуть больше. Ну и тут, видите, карман только в пассажирском сидении. Здесь нам, кроме розетки, ничего не предлагает. Туннельчик имеется небольшой, наверное, сантиметров, ну, 6-7, ну, 8. Здесь электростеклоподъемник. Обычный пластик, не глянец. Ну, и тут вот такая ручка. Микролифт, имеется вешалка. Здесь у нас такой плафончик. И тоже имеется ручка. Напомню, что уже 10 лет, да, продают полседаны. Как не было, так и нет плафона в потолке. Никто почему-то по этому поводу не парится и не пишет какие-то гневные свои возмущения и так далее, и так далее.
Здесь, видите, здесь имеется два подголовника. Ну и, собственно, вот у нас такой аккуратный багажник. Шторкой закрыто все. Тонировочку сделать. И красота. Конечно, здесь нету, допустим, да, вот розетки силовой, нету подогрева задних сидений. Вот, да, то есть нету здесь подлокотника сзади с подстаканниками. Ну так это и машина стоит 770 тысяч в белом цвете, правильно? Комфорт, винтер, подогрев лобовых имеется, задняя стекла имеется и так далее. Сиденья хорошие, знаете, они широкие. Здесь запас какой есть. Трое усядутся вполне комфортно. Угол наклона сиденья отличный. Ну и угол наклона спинки тоже неплохой. Что, давайте как итог. Итак, это у нас машина Vesta SV. То бишь универсал, цвет фантом, или еще, как говорят, хамелеон. И у нас комплектация комфорт винтер. Стоит такая машина уже с доплатой за цвет без всяких допов 782 900 рублей, в белом цвете 770 900 рублей. Итак, что же сюда входит? Кондиционер, подарив лобового стекла, подрыв заднего стекла, трехступенчатый подрыв передних сидений, кожаный руль и подогрев руля, все электростеклоподъемники, охлаждаемый и освещаемый бардачок, разъем USB AUX, ну радио понятно, ну собственно вот много чего входит. Ну и тут у нас еще есть, видите, спереди бокс-подлокотник, так что вот как-то так. И цена вот этой машины, напомню, на ручке 782 900 рублей. Как считаете, это много или нет? Для универсала. Ох, как быстро прилетел такой. Вроде как все по домам сидят. Чего они летают и кого они возят, непонятно. Так, ну что, выходим. В общем-то, что хотел, показал. Такой вот универсальчик. Да, машина простенькая, но в том плане, что не там какие-то там навороты, там типа вот вау, такая там Шкода какая-нибудь, там комби и так далее, там супер комби. Да, это Vesta универсал, то есть не претендующая на что-то многое, соответственно, и цена у нее такая 782 900 в данном случае, вот в цвете, в белом. Она будет стоить вообще 770. Пишите, комментируйте, как вам такая машина, как цена. Всем пока, счастливо.